Всем доброе утро, ребята. Сегодня 5 сентября, первый день учебы. После долгих каникул этого дня ждали, наверное, все ученики. Я вам сегодня постараюсь показать, как этот день, то есть как первый день учебы проходит у нас в городе. Так как я вам уже сказал, что я в этом году буду учиться в 11 классе. Так, ребята, поехали. Вон там ждет мой друг Ильшат, вот мы с ним сейчас пойдем в школу. О, давай. Поварчик. Бро, как ты? Нормально? Нормально. Как отдохнул? Как чё? После долгих и жарких каникул, конечно, все ребята и все ученики соскучились друг с другом. Как вы видите, у нас в школе сейчас сегодня очень много учеников. Ребята, мы уже в школе, вот, стоим и ждем линейку. Вот эти все мои одноклассники. Одноклассники красивые, окей. Все учителя и ученики ждут открытия первого учебного дня. Все готовятся, все переживают. В этом году вторая школа взяла еще себе 5 начальных классов. Сейчас мой друг Ильшат, которого утром встретились, нам споет своим хорошим голосом. Один стал.
Все, ты можешь? А ты можешь? Мы тоже давайте. Куда сядем? Руки пересяй на. Сегодня первый день учебы. Вот мы все в сборе, сидим, ждем учителя. Опа, вот они идут. Вот вон блогеры. Блогер? Это я делал, да? Первый урок нам будет час духовности. Этот урок нам проведет наша учительница Алла Николаевна. Первый урок, мне кажется, проходит очень долго. Мы сидели и ждали, когда же будет звонок с первого дня. Сейчас прозвенел звонок. Наконец-то прозвенел звонок. Сейчас перемена. И вот прошел 5 минут. Мы сейчас на уроке. Ребята, я заканчиваю снимать. Если видео вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Бобу Султанов. Миру мир. Пока.